хотел коров заснять. И тоже от камеры убежали. Рыщи побежали, вот блин. А то не видят подписчики, говорят, вот, смотри, поверну. Все, дальше пешком. Гуляемся. Ничего, я пищу сегодня. Ветер сильнее. Ух ты какой. Короче, едем. Приехали до сюда, а дальше уже пешком пойдем за ягодами. Ягоды, земляника хотим посмотреть. Что-то есть или нету. С Никитой прошлую рыбалку мы здесь проезжали. Еще так не натоптано было, а сейчас вот уже сколько раз машин тут проезжали. Но все равно решил оставить там машину. Потому что непонятно. А, блин, 5000, да. Непонятно там. Сейчас уже сходим пешком, посмотрим. В прошлом году здесь даже буксовал. В этом месте на. Думайте. У нас Мирано, зерме. Зелесин. Так еще вкусно, то еще тут. Там старший сын у меня от машины, она возле машины оставил, и здесь он будет спиннингом спускаться по течению, и мы там ниже уже встретимся с ним. Звук, наверное, хреновый сегодня будет, что-то ветер. Вот тут хорошие места тоже. Может, вдруг кого поймает на уху. Что-то даже на уху в этом году ничего не ловилось еще. Может, сезон уже проходит, но решили вот еще посмотреть небольшой поход. Сделаем тут. Ну, чуть дальше обычно там земляника много бывает тоже. Ну и здесь тоже проверить надо, посмотреть. А! Да-то, ты куда ты штыгмаз? Найдёт ли они кто сейчас? Мелкие, совсем мелкие. Вижу, но... Так. Вчера сильный дождь был, гремело там, поливало, хорошо так поливало. Да, для картошки уже надо было, чтобы дождь поливал, но не дождались. Потом гром был, даже приходилось электричество, все выключали. Думали, все, погода испортится. Ну, тут натоптано уже. Вон земляника. Натоптано, проверено все. Здесь. Угу. Ну запах земляники чувствуется. Вот. Чувствуется запах такой, аромат. Но ягод таких. Есть немножко, есть, но. Эмешт. Но я тоже вижу. Угу. Вон они. Ой, вкуснятина. Угу. Здесь трава высокая. Трава высокая, но видно, что тут натоптано. Не понимаю, кто натоптал так. Вроде, если люди ходили так, как будто здесь ползали, блин.
И медведи тоже тут. Короче, сейчас пока не понимаю. Вот тут вижу, есть ягодки. О, как красиво тоже тут все цветет. Вот смотрите, как цветет хорошо, красиво. Очень красиво тоже тут оказалось. О, тут смотри, вон он, красавчик, спрятался. Очень красивая ягода вон. Крупная. Крупная ягода такая. Я пока все закидываю в рот. Сейчас надо этот посуду взять. Что у меня уже на этом. Посуду взять и тоже собрать. Здесь мелководье уже начинается. Здесь мелководье не глубоко. А! Ого! Здесь мелководье, вон, не глубоко. А там ниже, на повороте, вот где вот коряги, там вообще непроходимо, даже на лодке невозможно плыть. Там моторка достает, там буксуем, плывем, ездим. И здесь тоже, возле берега тут проезжают люди. Но я обычно сейчас, пока дорога есть к избушке, я на машине гоняю, езжу. А следующую рыбалку, может, тоже придется на лодке съездить, потому что с лодкой рыбачить, конечно, намного удобнее. Так, ладно, будем искать места, где больше ягод. Грибов пока нету, но дождя мало тоже. Хотя бы сутки, если или двое суток будет поливать, может, и будет эти грибы выходить. Но сейчас уже ночи темнеют, и будем ждать уже выход грибов. Ищем, собираем, и как я заметил, вот следы тоже, вот следы, вот натоптано, смотрите. И где ягоды, вот где больше ягод, здесь мелкие, конечно, они тоже не такие крупные, но где ягода, там и следы. И я думаю, это следы. Она тут медвежонок тоже лакомится этими земляниками. Похоже на то. Очень уж похоже. Если человек, конечно, он собрал бы все и не так натоптал. Хорошо, мелкие ягоды. Мы тут, ребята, не одни. Он стоит. Тоже кто-то собирает ягоды. Спрятался как лось. Не увидишь. Но я его заметил. С Алексеевка, она, с Алексеевка, наверное, с Алексеевки, наверное. Не могу узнать, кто там. Что-то непонятно, нету, собирает ягоды, нету, что-то бродит так просто. Вот так, ходит туда-сюда. А мы собираем ягоды. Ягод очень много, но уже до нас уже очень много натоптали, собрали. Вон объедки только остались, вот мелкие ягоды вон. Очень много их, но мелкие. Так, потихоньку собираем, набираем. Вот так, ягода за ягодой, и набирается. Ну, ведрам не будем собирать, а просто, чтобы, скажем, вкуснятину там покушать с молоком, или со сметаной. И нормально. Аромат стоит в тайге, вообще обалденный. Запах земляники
очень вкусно. Так. Основной народ сейчас в селе, все собирают морожку. Кто для сдачи, кто для семьи. Мы в данный момент, мы сейчас вот эту красоту собираем. Вот, смотрите. Эту красоту. Это тоже быстро он созреет и высыхает. Так что, если время упустить, все. Потеряли меня. Потеряли меня. Так. Так. Вот так вот и набираем. Тут такое интересное место вот нашел. Вот такая елка огромная стоит. И там за елкой луг. И интересно в том, что если, скажем, дождливую погоду, здесь можно установить палатку. Палатку под елкой и переночевать тут. Хорошее сухое место вообще. Интересное. Ну, ягоды набираются. И, конечно, каждая минута еще меньше и меньше. Потому что здесь уже не один человек прошел. Много уже людей, видимо, проходило. Собрали. Мы опоздали чуть-чуть. Но с опозданием пришли, но зато спелая ягода, вообще спелая. Очень вкусно. Везде следы. Везде следы. И уже скоро выйдем к речке, там встретимся с сыном. Он там рыбачит. И место встречи там на пляже, сказал я ему. Встретимся на пляже, посмотрим, что-то поймал или нет. Ну, одна такая банка нам, в принципе, уже у жены там больше половины, и у меня почти половина. Одна банка уже, можно сказать, такое ведро набралось, 820 грамм, миллилитров, то есть. Ну вот, 800 миллилитров, это нормально даже. И здесь машинная тропа, о котором я даже и не знал. Куда-то тоже едет. Эта дорога ведет к речке. Если честно, ни разу здесь не проезжал. Я обычно оставлял там дальше машину. И... А, вот тут даже. Да, таныме. Таны-тан. И я оставлял там машину. Там рыбачили. Там уже чуть выше. Устья реки Одью. Одью выходит. Ну, поплавочную снасть в прошлом году очень много раз снимал, рыбачили. В этом году один раз приезжали, тоже рыбалка не удалась, ну не клевала на поплавок и не стал уже ничего снимать. И просто тут кружок такой, на луг выходит. Как понять, не могу. Тоже не скошена трава, тут сенокос заброшенный. Но обычно до Тудова там тоже... Если проехать, наверное, машинная дорога, в принципе, должна быть. И тоже на большой луг выходит дорога. А там уже следующая дорога. В общем, кругом дороги, тропинки. Не затеряешься тут. Хорошее место для похода. И тут река уже, река Нижера тут течет. Здесь высокая трава. Высокая трава. Ну, думаю, уже туда не буду лазить, там очень высокая трава. Нет, туда не полезу. Сейчас сходим на пляж. И надо встретить сына, где он, чтобы вместе уехать обратно домой. Вот такие делишки. Такой быстрый поход у нас сегодня. Вот. Ну, остается много еще. Много, но они мелкие, слишком мелкие. Вот такое место тут, сосняк, не крупный. Такие невысокие сосны. И
на таких местах вот и собираем. Там еще пареньев собирают. Я подходил, это сосед даже с Нивширы, недалеко от нас, к бабушке приехал, собирает. Ну, я его уже не стал снимать, но он знакомый. Я думал, с Алексеевска там паренек, а казалось совсем не так. Все, пока я все это забросил, у меня половина и у жены больше половины, так что одна посуда уже наполнилась. Сейчас сходим к речке и глядим, что там. Ну вот и река. Хорошо. Ветрище, конечно, тут. Так. Чайки на горизонте. Так. В кадр попало, нет. А вон он. Сразу не заметил. Интересно, где мой паренек. Следы есть, нет он. Октад. Следа нету еще. Або. Следов нету, значит он еще. Вон там устья реки, от ю. Так, он выше, значит, еще пока. Угу. Вот он, Зелен. Целое ведро уже набрали. А у нас больше не наберешь. В некоторых регионах, как и говорил, ни в одном видео, что там собирают по несколько ведер больших, по 10-20 литров. И больше, а у нас вот нормальный ход. Вот так. Такие ягоды. Ну все, она сюда больше не влезет. Сейчас закроем крышку и еще, может, чуть-чуть пока ждем сына, может, еще мы будем собирать. А может, и потихоньку уже будем возвращаться, потому что нам, в принципе, это хватит. Такие ягоды. Ага, я его вижу, ребят. Он уже близко, так оказалось. Он там, я вижу. Вижу его. Спиннинг. Где-то. Так, так, так. Он категорически против, чтобы я его снимал, и снимать не буду, показывать. Это его воля, но. Опять потерял я его. Значит, сегодня на уху мы. Ладно, сейчас покажем. Вот такая блесна. Два окушка, три щучки. Нормальный ход. Рыбалка удалась. Уха сегодня будет. Да. Рыбак возле села, оказывается. Рыба держится, а мы куда-то едем далеко. Два окушка, куем серпи. Нормально, все удалось. И ягоды собрали, и на уху. Ведро собрали. Но она дождь был, может, из-за этого и начала рыба брать. В начале фильма вот мы сразу начинал я следов медведя, и вот смотрите, ребята, вот, уже после дождя немножко смыло, но следы медвежьи, оказывается, тоже есть. Вот так их. Вот я чувствую,
Вон такой бугорок вот здесь. Лапа такая, но это средних размеров. Сейчас были на Сенокосе, второй поход, там на первой избе, там тоже следы были. Это все еще, ребята, вы увидите. Снято два фильма, там серии 10, наверное, будет. И все увидите. Фильмов много. Вон, вот это следы медвежьи. И он тоже там угощался с этим земляникой. А тут уже вон следы. Это норка, наверное, бегала тут. Что-то похоже на норку. Или может быть кошка. С Алексеем тут ходила кошка. Может быть. Может ошибаюсь насчет норки, но следы похожи на кошку. А вот следы медведя. Медведи рядом. Там село, деревня Алексеевка. И ниже уже село Нюшера. А медведь пришел с того берега. Вот здесь поднимался. Перешел оттуда и здесь ходил. Вот так. Ну, добавить больше ничего не буду добавлять. Найти бы тропинку свою. И мы уже дальше собрать ничего не будем. Сын пришел с рыбалки, поймал 2 окушка и 3 щучки. Не такие крупные, но нормально. Показывать тоже не захотел и не будем показывать. В общем, уха сегодня будет. И на этом я буду заканчивать, ребята. В общем, всем пока и до новых встреч на пройде в Коми. Вот такой быстрый поход у нас получился. Поход за земляникой.